Доброго времени суток. Давайте посмотрим такой расклад, почему он молчит. Почему он молчит? Затихарился человек. А может быть, вы в ссоре, либо разошлись, и человек вообще, да, может быть, по-тихому куда-то скрылся, да, ничего не сказав, да. Вам стало горько и обидно, да, что произошло. Давайте посмотрим причину. Загадываем человека, расклад общий, об этом помним, девочки. За личным приходим по номеру телефона в WhatsApp. Девочки, деньги без, так сказать, моего сигнала, куда переводить, мы не переводим на расклады, хорошо? Я скидываю карту лично каждому человеку, куда мне перевести деньги за расклад. Итак, давайте посмотрим, почему он молчит. Кто он-то? А, девочки, он отдыхает где-то. Он очень устал и вообще считает, все, что происходило, было какой-то ошибкой. Может быть, его, с его стороны, может быть, с вашей стороны. Человек сейчас на своеобразном релаксе. Он отдыхает от нервного перенапряжения, как он считает. Он находится в том месте, где ему хорошо. Где люди, которые его понимают, скорее всего, да, где место заряжает. Может быть, даже и не здесь, не в городе, а может быть, это его квартира, да, в которой он кайфует. Человек на отдыхе. Так, ну так и причину его молчания. Давайте посмотрим причину молчания. Почему молчит человек и с вами не связывается? А потому что расстались вы не очень хорошо. Была, может быть, ссора, либо сама ситуация уже была настолько обостренной, да, что прямо... Либо человек сам по себе воткнул нож в спину вам, да, либо вы как-то так повлияли на человека, да, что он мог обидеться, например, на что-либо. Но сам по себе ситуация не хороша. Она закончилась явно не до свидания, будем друзьями, так точно не было. Человек мог куда-то улететь, об этом и говорит отдых, кстати, карта, мог куда-то улететь, либо человек может быть не в городе, где-то подальше. Вот. Либо тут говорится о том, что человек сам по себе, да, причина молчания, человек, любящий вот ту же дуальность, да, туда-сюда, туда-сюда, это не говорит о том, что он может ходить от женщины к женщине, хотя это тоже говорит, это говорит о том, что человек, как сказать, что захочет, то и делает. Вот сегодня я пишу, завтра не хочу, не пишу. И человек сейчас находится, знаете, в таком, как сказать-то, ну, у него сейчас не лучший период в его жизни. Человек сейчас в безвыходной ситуации. Безысходность, девочки, у него сейчас. У него что-то в жизни творится нехорошее. Это может быть и по чувствам, это может быть и по деньгам, вообще везде. Что-то в его жизни происходит, когда человек потерял под собой землю, опору. Человеку даже, может быть, приходят такие мысли, как «не хочу жить». Это может быть, да, и по чувствам, так как здесь много воды. Это может быть и от того, что человек много разговаривал. Либо человек не хочет говорить об этом, либо человек запирает в себе эти чувства. Вот как еще может говорить эта карта. И в этом раскладе. Человек, знаете, такое ощущение, что человек сбежал. Сбежал. Человек мог сбежать от того, что, может быть, в нем какие-то чувства и стали просыпаться. И он считает эти чувства, девочки, ошибкой. Так не должно быть. Человек не привык любить. Он привык, наверное, к тому, что его любят. Его любят. А он просто позволяет себя любить. Что же произошло? Почему молчит? Да, девочки, сделал движение, девочки, мальчики, сделал движение вперед. От того, что, знаете, слишком зазаботились о нем, вот как.
Вы слишком, может быть, его поливали, слишком, может быть, давали ему какую-то гармонию, какой-то баланс, укрывали, да, там лелеяли женственностью своей там. Вот, и, скорее всего, человек стал, как сказать, там, видеть то, что в нем стало что-то прорастать. То есть вы могли добиться своей заботой, своей любовью от него каких-то чувств. Человек испугался и убежал. Скорее всего, так и есть. Причем человек убежал с котомочкой. Он не просто как бы пошел гулять, да? Он на самом деле собрался и ушел, потому что для него это недопустимо. Но не хочет человек, да, иметь какие-то чувства. Любить, например, человек не хочет. Давайте еще посмотрим, да, почему молчит. Еще причины есть. Да, человек себе сказал стоп. Человек сам себя удержал. А знаете от чего? От того, чтобы не быть с вами искренним, чтобы не показать себя оголенного. Человек считает, что проявление чувств к женщине – это слабость. Вот как он считает. И всегда одевал маску. Он всегда был не таким, какой он есть. Либо здесь еще есть такой вариант, что человек показал свою слабость, испугался, где-то, может быть, открылся женщине, испугался и убежал. Сейчас он не видит, да, никакой возможности быть, либо писать, да, звонить, как-то контактировать с вами, потому что он испуган. И сейчас он на самом деле, знаете, как решает, что будет. То есть человек не видит возможности с вами общаться. Ну, как бы, может быть, тут еще и говорит о том, что кто-то кого-то закрыл. То есть сейчас доступа к человеку нет, да? То есть доступа может не быть. Вот так вот, девочки, представляете, как несколько карт могут развернуть картину. Давайте посмотрим, что делать вам в такой ситуации. Ждать от него, да, каких-то вестей, либо нет. Ждать ли девочки, мальчику, который смотрит на данный период времени это видео, ждать ли известия приезда от молчуна. Пока что человек разряженный, девочки. Пока что он не может вытянуть, да, как Мюнхгаузен с болота себя за косичку вытянуть не может. Он погряз в своих раздумьях, погряз в своих каких-то принципах. Не может он отделить, да, зерна от плевел, вот как я скажу. Он не может точно сказать, что в жизни ему надо. Нет у него сейчас никакой энергии ни писать, ни говорить, ни звонить. Может быть, он уже пробовал, не нашел ответа от вас, да, отзыва от вас, и по этому поводу стало еще ему печальнее. Человек сейчас делает уборку в своей квартире, да, вот там вот, на своем чердаке, старается прибраться и думает, да что же все-таки ему надо в этой жизни, надо вы или не надо вас. То есть что-то человек пытается разрулить. Так как я поняла, что в ближайшее время не будет связываться с вами. А вообще, да, человек стоит на выборе, девочки. Он не знает, надо ли ему открывать эту дверь. То есть человек стоит на выборе. Он очень долго думает, надо ли ему вскрывать это все, надо ли посвящать вас во все тайны своей души, надо ли в вас залазить совсем глубоко, надо ли вот этот союз, да, все вот это новое начинать. Он не знает, стоит ли ему это делать. Он не знает, что будет внутри. То ли это будет подарок от высших сил, приятный, хороший, да, и все будет хорошо, то ли это выльется во что-то. Я говорю, что человек очень много кубатурит внутри. То есть он испугался, и сейчас вот это все переживание в голове у него как крутится. Но человек трус своеобразный, человек, который не привык брать ответственность, да, не привык показывать, да,
себя со стороны, как он считает, слабой. И к тому же, как мы выяснили, человек, который считает, что чувство, проявление чувств – это слабость со стороны мужчин. Да? Ну и совет вам – ждать или не ждать. Девочки, человек-ребенок. Человек все делает по страсти. Человек вот чувствует, да, загорелось в нем, он прибежал. Не загорелось, ай, не надо. Это, знаете, как дети. Получается что-то хорошо, не получается, ай, я не буду больше это делать. То есть человек сам по себе ребенок. Куда он ходить и как ходить может, это только если вожжа под хвост попала. То есть он вот подорвался и пошел. А не хочет, не поднимешь ничем, ему все равно, он сам по себе такой. Человек, предпочитающий быть гостем. То есть гостевой такой тип жизни у него. Сегодня здесь побывал, завтра там побывал, да. Но опять же человек, который дарит радость, девочки. Дарит радость, который доставляет удовольствие себе, вам. Старается как-то вот сделать мир хотя бы день, час ярче. Да, человек творческий, человек, который любит что-то творить, созидать. Это могут быть и творческие люди в прямом смысле этого слова. Все, что связано, рисуем, пишем стихи, татуируем. Сам по себе человек, который видит не так, да, всю реальность, действительность нашего мира. Решать вам. Если вас это устраивает, то, конечно, ждите, ожидайте. Все равно, когда, может быть, когда-нибудь человек прозреет, да, может быть, когда-нибудь человек вам и напишет, если он все-таки перестанет вам пугаться. Выбор всегда, девочки, за вами.